Приветствую всех любителей вязания на канале Нитин Теоритория. Сегодня мы рассмотрим, как замкнуть вязание в круг, чтобы не образовывалось дырочек, ступенек и так далее. Для того, чтобы замкнуть вязание в круг, нам потребуется набрать расчетное количество петель плюс одна петля для того, собственно, чтобы замкнуть вязание в круг. Делается это следующим образом. Набрали петли. Посмотрели, что ничего у вас не перекрутилось, набранная косичка вся идет в одном направлении, иначе мы получим несколько не то, что планировали. Все. Первую набранную петлю переснимаем на правую спицу. Последнюю набранную петлю набрасываем на переснятую и сбрасываем ее со спицы. Подтягиваем все ниточки. Все. Получили замкнутую окружность без дырок и ступенек. Все. И начинаем вязать выбранным узором. Этот метод хорош для рукавиц, носков, шапок. Если вы используете такой классический набор с длинного хвоста, отлично подходит. В принципе, он подходит для любого набора. В итальянском сложности, но есть умельцы, которые могут это сделать и в итальянском наборе. Я использую для итальянского набора несколько иной метод. О нем будет в другой раз. Все просто. Пользуйтесь.